Однажды Василий Валерьянович сказал мне, что «Татьяна Салмановна, вы имеете в виду, что вашу страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуддин через дефис смотрят мои дети?» И в частности, я так понимаю, дочка Василия Валерьяновича. Она должна быть уже, в принципе, большая. Мне, кстати, в детстве никто никогда не читал сказок. Или мультфильмы, или сказки. Я смотрела, ну, это были советские времена, я смотрела сама по телевизору. Так что вот. В общем, такая книга. Сказка, я бы сказала, для взрослых. Роберта Стоуна, «Небесная 911». Я буду заснимать огромное количество моих видео, как я уже сказала, по мотивам данной книги. В рамках моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли и актерского мастерства. Мистерия изобилия и волшебные мистерии.